Всем здравствуйте. Иду пешком с Дмитрия Донского. Зашел. Это Каширский двор, рынок. На рынке здесь магазин, который называется «Мы из прошлого». Вот. В тот раз я как-то снимал видео. Сейчас просто вот и мимоходом просто проскочила новость. Вроде как бы их закрыли. Нет, все работает, все открыто. Ну что, пробежимся по репликам. Посмотрим, что здесь есть. Ну и примерно сколько стоит. Это АЗК. Классный магазин. Я просто обожаю такие дела. Афганка есть, кстати. Смотрю, оружие-то убрал или стоит. Убрали, да? Ну, макеты, разобрали. Вот. Потащенки. Настоящий ахун-бабаевский. Вот афганки. Блин, класс. Натуралка все это. Бикс, медицина. Вот палаточки, лопаточки. Андрюха здесь тогда брал. 43-го года. Ну, что подороже, все. О. Это вообще тут мы раз смотрели с Первой мировой войны даже. Класс, блин. Я здесь брал вот такую. Вот у меня вот такая. Каски. Пойдемте дальше. Вот у меня карта небольшая. Папашовский магазинчик с подсумком. Ну, это натовская штука, по-моему. Блин, вещи. Все, что надо, все есть. Советская еще. Это советская еще, да, молота? Солдатская. А, солдатское другое было, оно серое было. Давали, то есть уже шло. Стерилизация для воды. Фонарики. Сейчас батарейки такие уж хрен найдешь. Хотя есть. Ой. Максима. Ящик новенький. Ну что, желающие на любой вкус. Здесь добра хватает. В ампелочек там что-нибудь я такое здесь подберу себе? Не. Ага. То, блин, просто получается, что с пересылом и так далее. Афганка. Ага, вот она. Многие ищут, блин. Вот она. Угу. И стекляшка есть. Это такая. Стекляшка есть. Вон ты. Блин, вообще класс. Помните, я заставку одно время делал? Звон был отсюда. С Андрюхой-то попозже подойдем. Наверное, с работы. О, лучше к октябрятской группе. Лучшему механизатору. Да, сейчас это очень популярно стало. Блин, разбирают. Я смотрю на этом, на мешке. Галстуки простые, блин, улетают прям пачками. Да, магазинчик хорош. Похоже, такой один в Москве. Я не знаю, я не встречал.
найти, да вот напротив гостиницы Русотель на Варшавке. Каширский дворик на рынке. Стамесочки, все это советский металл, блин, классный. Причем по ГОСТам. Кстати, у нас мы закупали здесь с Андрюхой. У меня сейчас две кружки дома. Одна синяя, одна коричневая. Вот. Алюминиевые, кстати, вот солдатские. Они шли, ну и такие, такие. В котелке, в комплекте. С советских времен, само собой. Вот. Ну, это на счастье на двери лепить. Ты мне сейчас друган подарил, мне тоже, блин, классно, поход хожу. Даже с этим. Ну, это наводил, походу, вот это или нет. Нет, похоже. Вон обувочка, берцы, все четко. Я здесь сюда в гамку-то брал, или на рынке, не помню уже. Вот стекляшка. Ага. А не, обычная, обычная форма солдатская. Такая была. Да. Вот. И стекляшку я тогда здесь брал. Оружие было. Ну, макеты. Вот, разобрали. У нас вот такой приемник был. Рекорд. А, это и есть тоже рекорд. Точно-точно такой же. Там крышка открываешь, пластинка крутится. Помню, бабка у меня, царство небесное, любила, это как ее, рязанские страдания или вологодские страдания, что-то такое. А вот это наша тема. Вот котелочки, смотрите, круглые, вот что копоря там смотрят многие, да? Вот такие круглые, только были и металлические, алюминий металлические были. А еще были котелки квадратные, но это редкость, там больше, наверное, это редко встречаются. Не квадратные, а прямоугольные. Так, ну чего, отсюда начали. Отсюда и закончим. Да, братан? Тоже намордник напялили, да? Собянин заставит. Вот Каширский дворик. Можно сбиться пешком дойти. Можно по Варшавке, остановка мотель называется. Здесь на рынке, вот Каширский дворик, здесь найдете. Вот. Это я просто с краешку показал. А так здесь, конечно, подобрать. Я вот сейчас тоже что-нибудь, какую-нибудь безделушечку возьму, потому что когда здесь еще буду. Вот, так что всем пока. Всех благ. Сегодня у нас 9 июня 2021. Москва.